Всем приветик, с вами Ирина. Сегодня расцвел мой лимончик, распустился. Я оставила цветочек намеренно, чтобы полюбоваться на это чудо и, конечно же, ощутить его аромат. После чего цветок, конечно же, я удалю. Почему? Потому что завязывать плоды такому маленькому растению нельзя. Растению мы даем плодоносить тогда, когда кустик у нас имеет 50 и более листочков. То есть примерный возраст это год-полтора, где-то так. Ну, по крайней мере, мы смотрим по листочкам. Вот. То есть сначала нужно сформировать правильную крону, а потом давать растению уже цвести и плодоносить. Цветочек я пока что оставляю до вечера, чтобы посмотрела на него Алина и муж и понюхали. Потом я его удалю, как бы не было печально и жалко, но нужно. Пахнет божественно, сразу говорю. Сладко-цитрусовый аромат, я не знаю, но я бы даже с такими... Я бы даже с такими духами ходила. Мне очень нравится. Очень-очень такой сладенький. Сегодня прекрасный солнечный день. Я уже сделала уборку давно-давно у себя на подоконнике. Убрала утеплитель с окна. Вот. Лезут у нас цветоносы у королевской орхидеи. Я ее уже пересадила, видео пересадки у меня есть. И еще я кое-что заметила, что после зимы, когда было очень жарко, вот, мои растения вот так вот сморщили. За влажностью грунта я смотрела, но я и опрыскивала по листу. И получилось очень жарко и сухо, и от этого, по-моему, получилось вот такой вот эффект. У кого такое было, подскажите. Оно потом исправится или так оно остается? Вот такие вот сморщенные листики. Вот. Это у меня произошло только у котлей. Все остальные нормальные. Ага. Но я смотрю, что они выправляются. Было хуже вроде бы. Не знаю, подскажите, у кого такое было? Моя реанимашечка. Плотненькая-плотненькая. Хочу цветение. Мой эквестрис доращивает, смотрите, как доращивает бутончики. Сейчас. Вот еще в пазухах. У него тоже получается. Тоже попускал. Вот тут у него обломилось. Вот. Вот тут он доращивает цветоносы. На самых кончиках. Видите, тут цветочки отцвели. А кончики продолжают. Вот, вот. С этой стороны. Вот тут цветонос обломился, пустил сбоку. В общем, его можно формировать как угодно. Видите, как он сформирован. Так что вот такие вот делишки. Цветонос у королевской орхидеи. И вот тут он что-то там растит. Мини-марк цвести не хочет. Аида цвести пока что не хочет. Хотя я не крутила, не вертела. Может быть, там что-то и есть. И там моя черная птичка. Там моя малютка Анна Ларати. Черную птичку тоже я планирую пересадить. Она у меня очень упертая, она не дает ни новые листочки, ни новые
Корешочки там у нее хорошие, но она не дает ни цветоноса, ничего. Я не вижу у нее никакого движения. Поэтому я ее уже давным-давно хотела пересадить. И посмотрим. Что-нибудь я для нее придумаю. Кислички. Кошка лазит. Мне все опять размусорило. Повылазили кислицы. Живые. Мои хризантемки. Конника елочка. Почему-то не хотят цвести подснежники в этом году. В прошлом году цвели они у меня. Кошка у меня не запрыгивает на подоконник. Она вот так вот прям шурует по ступенечкам. Так тын-тын-тын залазит, и поэтому она рассыпает грунт. Роза. Моя. Вот эта сиреневая, которая такие пустила красивые, зеленые-зеленые здоровые листики. Я ее обрезала. Оставила где-то 15 сантиметров. Но она не дает с корня побеги. Она должна давать новые побеги с корня тоже. Посмотрим. Ну вот просыпаются почечки. Я ее обрезала в надежде на пышный кустик. То есть я ее хочу сформировать правильно. Так, тут хризантемка моя. Да, просыпается, есть немножко. И Канна, по-моему, моя померзла, не вылезла она. Я расковыряла горшок, и луковица такая, знаете, она мягкая-мягкая. Так что капризная Канна не выжила. Почему, не знаю.